Лучший тренер в истории футбола. Конте и Газаев. Лучший тренер в истории ЦСКА. Газаев, конечно. Это результаты и трофей. Лучший игрок в истории футбола. Месси. Лучший игрок в истории ЦСКА. Вагнер и Игнашевич. Лучший гол в истории футбола. Тоже Месси забил, не знаю, одну игру я смотрел. Три лучших футболиста, с которыми ты играл. Дель Пьеро, Алекс, Фенербакче и Вагнелов. Кто сейчас лучший игрок мира? Месси. Лучший игрок в истории футбола? Месси. Лучший стадион мира? Есть много хороших. А где я играл, самый лучший был Олд Траффорд. Твой любимый футболист, когда ты был маленьким? Роналдо. За какую команду переживал, когда был маленьким? Реал. Какой исход матча ЦСКА ты бы хотел изменить? Ну, была одна игра с Интером, когда... Приграли, да? Что тебе не нравится в футболе? Может быть, надо, что сейчас каждая команда играет серьезно, да, много фолов, и там хочу увидеть что-то как креативный, да, как и еще больше дриблинг. Игорь Кенфиев – это? Легенда. Милош Крахич – это? Может быть, не могу сказать легенда, но хороший игрок. Спасибо большое. Да.